Сургут стал лидером по количеству фальшивых банкнот. 60 фактов сбыта подделок было зафиксировано во всей Югре еще в первые 5 месяцев текущего года. В лидерах этого антирейтинга Сургут в нашем городе попытались расплатиться бутафорией 36 раз. В одной из последних задержаний полицейским удалось пресечь деятельность целой группы фальшивомонетчиков, распространявших подделки номиналом в 5000 рублей. Подозреваемые взяты под стражу, им грозит до 8 лет лишения свободы. Мы спросили сургутян на улице, умеют ли они отличать фальшивые банкноты от настоящих. Это даже дети уже, по-моему, знают. По штрих-кодам, по магнитной ленте, по ощупу. Там на преломлении свет есть, и цифры прозрачные. Ну, много, просто надо смотреть на нее. О, там проблема. Проблема там, смотреть на свет, посмотреть. Да, знаю, смотрела видео. Там есть эти сверкающие такие знаки. Читала, так не применяла.